Всем здорово, меня зовут Дмитрий, и мы играем с тобой в Gamer Shop Simulator. Игрушек очень мало стало, новых мало выходит, и, соответственно, мы с тобой играем в то, что есть. И я нашел эту игрушку, думаю, ну, почему бы и нет, почему бы не записать. Я иногда буду подергиваться, а иногда могу еще и выскакивать, а могу еще иногда что-то происходить. Короче, будет что-то происходить непонятное. Игра не цепляется по-человечески, игра цепляется через жопу. Поэтому всякое может происходить. Давай мы с тобой начнем. Это Panda Shop, потому что, ну, иначе мы с тобой называться не можем. Ну, конечно, давай, зависни. Блять, РФ, ну, ты серьезно, ты издеваешься надо мной, что ли? Компьютер сегодня вообще не хочет делать именно так, как я хочу. Старт гейм. Нажимаем. Здесь, короче, нужно будет продавать что-то компьютерное. Скорее всего, это будет что-то похожее на Trader Life Simulator, возможно. А возможно, будет похоже на что-то другое. Я пока еще не знаю. Привет. Добро пожаловать в релизную версию Gamer Shop Simulator. Спасибо тебе большое за поддержку и выбор нашей игры. Это большая благодарность игрокам, которые нашу игру в раннем доступе купили, короче. И они верили и поддерживали с их что-то там. Мы закончили много работы, науки, и игра релизнулась из раннего доступа. Выполнена переделка игры, выбор всех механик и добавление новых чего-то там, фишек, наверное, и также оптимизация самой игры, что-то там самое, это так длинно, и как мы разыскивали, кого разыскивали, непонятно. Мы действительно надеемся на то, что ты будешь наслаждаться финальной версией игры, и мы хотели бы что-то, типа, фишки добавить, новые, интересные, что-то там еще, имея хорошую игру. Нажми Т, чтобы выйти. Большая очень чувствительность мыши. Давай посмотрим, во-первых, по инглишу. Блин, я мучился на английском языке, читал, а тут, оказывается, вот такая вот история есть. А, игра, чувствительность мыши. Уберем ее вот сюда вот куда-нибудь. Блин, она что-то прям какая-то... Это мало. А вот этого будет, наверное... Этого тоже мало. Вот так. Вот. Задача. Найди путь в твой магазин. Хорошо, а карты здесь есть? Карты здесь я не наблюдаю. Ну и хорошо, ладно. Будем с тобой искать сейчас... Путь в свой магазин. Ну, на нем, скорее всего, должна быть надпись, что он... А, вот, блядь, Panda Shop. Я рядом с ним оказался. Я же не держал даже. Так. Какое ужасное управление здесь. Так, а это стекла. А как мне зайти? А, F использовать. Перед открытием магазина необходимо нанять кассира. Избавьтесь от мусора в своем магазине. Мешки для мусора нужно выбрасывать в мусорный пакет. Хорошо, а есть у меня мешки для мусора для начала? Я бы хотел их с самого начала взять в руки и начать выбрасывать уже в них. Ой, какая дикая бляха-муха управлялка здесь. Я вижу мешок для мусора, но он полный, и мне нужен просто пустой мешок для мусора. А здесь я их не вижу. Скипнуть день. Скипнуть день мне не нужно. Слушай, это прям Trader Life Simulator. Тут даже выглядит все практически, ну как выглядит. План магазина одинаковый. Хотя, блядь, все магазины одинаковые в целом-то. Так, мешок для мусора. Так, и зачем я это взял? Хорошо. А, я собираю все в мусор... вот оно что. Я подобрал, короче... мусорный пакет, и теперь я собираю мусор. И как только заполняется этот мусорный пакет, он выбрасывается на пол. Все ясно. Как бы тут ничего сложного нет. Я все равно какое-то говно. Не, ну игруха на самом деле может быть вполне привлекательная, но... управление мне здесь уже не нравится. По-моему, это не это как раз Early Access, а не релизная версия. Хотя они благодарили за то, что я поддержал их, хотя я их ни хрена не поддерживал, я скачал это все дело на одном всем известном сайте и... О! А, я, короче,
Это не то, о чем я подумал. Здесь просто нужно собирать мусор, они собираются в мусорные мешки, и эти мусорные мешки я могу собирать и выбрасывать по 3 штуки. Все ясно стало мне. Так, вам нужно подмести пол. Ну подождите, подмести пол. А куда мне мусорные мешки можно выбрасывать? Я просто что-то прослушал. Просмотрел, прослушал, недопонял. Здесь же наверняка... Да, вот он. Ого-го-го-го-го-го. Есть мусорный контейнер, который... А чё? Ой, тут как в Gas Station симуляторе броски есть. Это круто, конечно, но полтос нужен. Отлично. А прыгнуть здесь нельзя, кстати. Прыгать здесь какого-то лешего нельзя. А еще когда ты колесиком перемещаешься между ей... Да хрен, пусть стоит. Когда между ячейками колесиком перемещаешься... А, я понял, в чем была моя ошибка. Была моя ошибка в том, что я думал, что по-человечески перемещается колесико. Оно, оказывается, в реверсе стоит. Ой, господи, игра-то какая крутая, конечно. Подмести пол, периодически оставлять грязь в вашем магазине. Короче, ни одна игра у нас без грязи на полу не обходится. Приходится постоянно драить полы. Мне нужен робот-пылесос срочно, чтобы он здесь сам все мыл. Здесь, чтобы не было грязи. Спасибо. Так, найдите способ включить электричество. В смысле, найдите способ включить электричество? Здесь наверняка есть рубильник или какой-то автомат главный, или же что-то еще. Как ты считаешь? Я думаю, да. Серия выйдет минут на 20-25, потому что я... Не особо горю желанием сейчас это все дело записывать. Я просто так пилотную версию хочу запилить, чтобы все понимали, с чем мы имеем дело. И потом уже напишите обязательно в комментариях, типа, что с этим делать, с этой игрой. Выбросить ее в мусорку или же продолжить снимать. Пока еще не могу предположить. Что такое? Shelf S1. S1, это, я так понимаю, какой-то товар, возможно и нет. Вот в этой подсобке должно быть электричество. Это скипает день, это не то. Вообще, вот Electric Box. Ага. Используя выключатели, включите свет. Раз в свет. Ну, ёпть. Switch. А, F использовать. Почини кассовый аппарат и найми работника. А где кассовый аппарат? Он, вот он. А чё он лежит? Эй, вставай. А как же я его должен починить, если он у меня никак не это самое? А, угу. И найми работника. Так, а как мне нанять работника? Я бы хотел узнать. Наверное, через компьютер это делается. А, найм работника, возможно, через компьютер. F использовать. Добро пожаловать, Panda Shop. А я-то думаю, что у меня так хорошо освещаться сзади стало, блядь. А у меня лента отвалилась, прикинь. Сейчас, 5 секунд. Так вот. Нам с тобой нужно нанять работника. Хири, Shop Painter, My Shop, Improvement, Блин, ревьювер нет, это отзывы. Чест, наверное, вот это вот. 46 лет, зарплата не себе. Какая у него огромная зарплата? У меня всего $650. Может, поменьше что найти? 15 секунд на одного клиента. 3 секунды на одного клиента. Блин, он много клиентов обслуживает. Но нам нахрен много клиентов не нужно, потому что никакого ассортимента у меня нет. Маргарита будет у нас с тобой первым работничком. Поздравляю, вы наняли кассира. Я знаю, что я нанял кассира. Честно, выбрать ставку. Блин, да даже тут есть казино. 20-25 я поставлю. Оп, блять. Проиграл, прикинь. Не хочу больше играть. Хотя... Сука, ладно, хрен с ним. Не будем мы с тобой больше играть. Так, как мне выйти? Вышел. Кассир должен стоять где-то здесь. Здравствуйте, кассир. Я вас заскриню на этот... На обложку журнала. Вот так, скорее всего, тебя поставлю. Идите колотить, Маргарита. У вас жизнь помотала, конечно, но... Ничего страшного, в нашем магазине вас помотает еще больше. Размести свой первый стеллаж и товар. Осмотри склад и задний двор, чтобы найти предметы. Хорошо, пойдем на задний склад и двор. Здесь никакой музыки даже нет, понимаешь? Здесь... А, вот, назад можно нажать. Громкость...
здесь нет музыки. Ну, придется, наверное, подставить какую-то свою. Потому что я... Так, это... Ага, это шелф. Это стеллаж. Стеллаж это... Тихо. Это здорово, что у меня есть стеллаж. Мне придется просто что-то сделать, что-то намутить. С... Круто, здесь не нужно придумывать ровное расположение. Здесь, блядь, все изначально ровно ставится. Просто не всегда ровно в стену. Ровно у стены, точнее. Ну и хуй с ней. Неровно у стены, так неровно у стены. Никто от этого сильно не пострадает. Вот так поставлю. И что так мне нужно сделать-то? Первый стеллаж и товар. А товар мне откуда взять? Склад и задний двор. А, склад, вот он. Склад, вот он. Кейборд. Гарбаж, 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 гарбаж. Гарбаж, гарбаж. Все, все, блядь, один гарбаж. На кой мне здесь столько гарбажа? А, вот. Используй компьютер для покупки товара. Закажи дополнительный товар для своего магазина. Пока что мы с тобой продаем ничего практически. Мы с тобой клавиатуру пытаемся кому-то сбагрить. Вот у меня есть три клавиатуры и оп, а что она горит? Это нормально, что у них кнопочка-то уже горит? Они даже не подключены. Какая-то странная клавиатура. Мне кажется, она бракованная. А возможно, она на батарейках. Так, добро пожаловать, опять же мне говорят. И это хорошо. Музыку надо будет какую-нибудь наложить, не забыть. А еще надо будет найти, которую не забанят. А то ж я знаю, блядь, YouTube он такой. Он берет, короче, и весь звук вырезает. И ты потом мучаешься с этим. My Shop. Доход за все время $2 с какого-то лешего. $2 мне дали, я даже понять не могу. 4 посетителя. 2 посетителя за все время, за один день 4 посетителя. Ух, блядь. Как все это странно. Так, improvement, chest review, here, so, наверное, в соплях. А, заказы. Монитор Фил. У меня в $525. Давай мы с тобой мышей купим. Мышу вот такую куплю. Потом монитор куплю вот такой. Ну, типа дешманский, но тонкий. Нихуя дешманский. Да, наверное, вот этот все-таки купить нужно. А, клавиатура есть, коврики для мыши? Коврик для мыши это вот типа вот. Они что, из одного. С одного сайта что ли коврики эти берут, я не пойму. Мне кажется, даже в интернет-кафе-симуляторе были ровно такие же принты на коврах. Это очень странно. Это очень странно. Ладно, давай возьмем самый дешманский. Сам компьютер возьмем тоже, ну, не из самых лучших, скорее всего, просто какой-нибудь, типа, вот, ну, вот прям вот. Они все равно все одинаково плохие, просто однозвездочные. Какая разница, давай возьмем этот дешман. А, динамики, ну, на кой динамики вообще? Хотя это же геймеры все-таки. Да, именно что геймеры, зачем им динамики нужны, не ясно. А, микрофон. Ну, микрофон за глаза вот и этого хватит. А, динамики, вообще наушники нужно покупать, ну, ладно, не мне вам объяснять. $300 пор час, стандарт 2 дня, быстро 1 день, немедленно $54. Блин, ну давай быстро. Хотя 2... Нет, но это очень долго, пор час. Мы с тобой заказали товар. Теперь нам нужно выйти. Открыть свой магазин для первых клиентов. Подсказка для открытия, главные двери должны быть открыты. Хорошо, а так они открыты, все ж... В смысле, вот главные двери, вот они открыты. Чуть дурной что ли, магазин закрыт. Магазин открыт. Купите что-нибудь, перекусить и выпить. Найдите в городе магазин еды. У меня $207, и я думаю, что вот еда. Написано food. А где-то там должна быть вода. Возможно, вода. Что там пиликает? Пустите, блядь, невидимые двери. Открывайте. Так, женщина, дайте мне, пожалуйста. Так, я вас тоже на превьюшечку поставлю. Только вот... Да ёбжешь вашу налево-то. Ну почему же вы все такие огромные? Только вот так вот я ее заскриню. Типа, что она здесь с другой стороны будет стоять. Ну так, типа, знаешь, обыграю такую сценку. И на фоне вот всего вот этого вот, не знаю. Ну, да я не знаю даже, типа, сейл посередине поставлю. И все, и хрен бы с ним. Вот так, правильно? Правильно. Вот на этом фоне у нас будет с тобой превьюха. На какой минуте там? На 15-й. Хорошо, так, перекусить можно и бананами. Банан $3, все, это фрукты $3. Да, бананы вкусные. Товары доставлены. Откуда же они доставлены, я не пойму. Так, а как есть Т? Есть. Съел? Ага, хорошо.
Кстати, а попить я так и не это самое, не купил. $3. Пульп. Чего? Коуджейма. Коуджейма, нет, я не буду, я буду соду поп. Угу. Ну и, наверное, можем попить с тобой, да? Да, нифига себе, я попил. И попил, и поел. Ну, собственно, пойдем. Заработать $5000 у меня цель. И я думаю, что у меня... Я справлюсь с этой задачей, но... Думаю, что не прям уж так, как я хотел бы. Кстати, мужчина, здравствуйте. А вы не хотели бы у меня поработать бесплатно? А давайте я тоже заскринёх. Нет, да? Третьим будешь. Хотя нет, третьим ты не будешь. А чё стоишь-то? Взял какой-то невидимый пакет, наркоман, наверное. А, коробку целую забрал. Нифига себе. Так, а... О! Ничего себе. Мне дали монитор Фил, мне дали системник и мне дали колонки. А вот эта вот канитель, она будет тут продолжать стоять, потому что я ее еще ничего не убрал. А, не могу мне... Чего ты, чего ты? Вот, дружок. Там же нечего брать. А чем взял сейчас? Там же действительно было нечего брать. Это точно был наркоман. Оп. Оп. На самом деле, а что он сейчас купит? Погоди. Он мне деньги принесет какие-то или что? $198 у меня сейчас. Какие-то у меня странные вообще мысли по поводу этого всего. Плюс $15. А что он купил? Прошу... Прошу тебя, скажи мне, что ты купил. Человек без этого. А подожди, а может быть он что-то забрал? Да нет, колонки, и все стоит на месте. И вроде как там не стояло больше ничего. Но он что-то купил, ну и хрен бы с ним, пусть покупает. Может он купил какое-то внимание продавщицы моей. Может быть он купил... Бля, что вам всем нужно в моем магазине? Неужели так часто становятся востребованными компьютерные товары? Тем более, вот хотя вот в этой глуши, скорее всего, да. Потому что это спальный район. Здесь ни хрена никаких магазинов вообще нет. А что он там находится? Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим, что такое. Не открывается. Не берется. Ну что здесь типа есть-то вообще? По кругу пробежаться хоть. Не отвалилось вроде пока еще. Вроде пока еще цел. Так, так. Там тоже вроде все цел. Опа, XXX, ты гляди-ка. XXX everyday. А почему XXX закрыт? Может, помойки поковыряться рядом с XXX? Нет? Нет, нет, нет. Слушай, мне не дают туда зайти. Слушай, а вот этот человек явно знает, куда идет. И мне кажется, что он все-таки сейчас зайдет туда. Точно тебе говорю. Так выглядит уверенный человек. Нет. Он был уверен, но... не до конца. Очень интересная игра. Такая, знаешь, типа... Хотя нет, на превьюхе должна быть вот такая вот история. Должно быть вот так, на превьюшке. Да. На какой? На 19-й минуте. Мы с тобой... Что делаем? В чем продали с тобой? Микрофон и колонки. Микрофон с колонками — это, конечно, очень востребованная вещь. Мужик, ты уже сегодня был. Почему у тебя к шапке сережки прикреплены? Что ты делал сегодня ночью? Скажи, пожалуйста. И что ты купил у меня за 37? Почему мне не пишут, что я продаю вообще? Короче, как-то мне уже поднадоело, на самом деле, ее записывать, эту игру. Ну, типа, без музыки, без звуков, без всяких. Надо в следующий раз будет, если вам понравится эта игра... Как-то хоть разбавить эту тишину звуками какими-то веселыми. А пока что мы с вами, наверное, прощаемся. Видео будет, скорее всего, будет видео только одно на выходных. И поэтому, да. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте комментарии, пишите лайки. Вот такая внезапная маленькая серия. Но ничего страшного. Вы пишите в комментариях обязательно, что там, какие игрушки вообще есть и какие бы вы хотели посмотреть. Типа бобры, наверное, может будут выходить, и стример Дейли может будет выходить, но не факт, потому что стример Дейли — это гринделка. Тупорылая игрушка, в которой нужно просто сидеть и играть в игру, в которой играешь в игру. Играешь в другие игры. И пытаешься что-то там вот заработать. Там нужно просто сидеть и задротить.
А в бобрах, в бобров мы поиграем с вами, но бобры как-то не особо сильно зашли, поэтому, скорее всего, они будут очень редко выходить. Напишите, пожалуйста, по поводу симуляторов. Типа, какие симуляторы вы знаете? Какие симуляторы хорошие вы знаете? Реально хорошие, которые вот, ну, которые интересные. Потому что большинство игр, которые я поглядел, они прям вообще ни о чем. Они прям вообще не интересные. Они прям вот сделаны на коленке за два вечера и пытаются их втюхать постоянно, там, за 300 рублей, за 400 рублей. Мне не жалко денег, мне жалко свое время, твое время и, в принципе, время жалко, и психику жалко. То есть ты покупаешь игру, которая ни о чем, за деньги, блядь, за деньги покупаешь. Короче, ладно, мы с тобой заканчиваем, потому что здесь особо делать нечего, здесь можно просто ну, закупиться, товаров разложить. Вроде здорово, но если понравится, то пожалуйста, я запишу. Если не понравится, хрен бы с ним. И всем пока.